Сегодня, 15 мая, в мире отмечают Международный день семьи. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году для привлечения внимания общественности к многочисленным проблемам семей. Глава региона Наталья Комарова провела онлайн-конференцию с многодетными семьями Югры. В сургутской студии районной администрации «Наш район» представляли победители муниципального конкурса «Семья года» – семьи Гараевых из Белого Яра, Кондрашевых из Федоровского и Сытоминское семейство Баклыковых. Последние, кстати, стали призерами окружного конкурса самых образцовых семей Югры в Ханты-Мансийске. Губернатор Наталья Комарова на встрече затронула тему проблемы отсутствия выстроенной цепочки образования и дальнейшего трудоустройства одаренных детей в сферах физики, математики и других точных наук. Спортсменов у нас есть школа Олимпийского резерва. Мы будем ее развивать, очень сильно будем развивать, и в этом отношении будем дальше двигаться. В области искусства у нас есть центр одаренных детей. Там тоже система, да, есть от школьных лет, колледжа до высшего образования профессионального. Тоже полный цикл существует. Наталья Комарова пообещала держать этот вопрос на контроле, после чего губернатор выслушала всех, кто пожелал высказаться и поделиться своими проблемами. Одной из самых волнующих, судя по высказываниям участников конференции, традиционно остается недостаток финансирования. Одним из итогов встречи стало единогласное решение о создании единого окружного специализированного интернет-портала, направленного на проблемы семей. Один из итогов вот этой вот конференции, видеоконференции, это создание, портала, единого портала, где именно по семейным вопросам, чтобы каждой семье мы имели возможность обсуждать это в режиме, в режиме в информационных сетях.